Всем привет! Здесь мы собираем конструктора от Lemma Toys и сегодня соберем внедорожник Бархан. В набор входит наждачка, 128 деталей конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. Этот внедорожник мы легко соберем без клея. Фрагменты, отмеченные крестиком, нам не нужны, их можно выбросить. Обращаем внимание на расположение деталей под номером 2. Обращаем внимание на расположение деталей под номером 18 и 19. Остальные колеса собираем по аналогии.
остальными делаем то же самое. С другой стороны собираем по аналогии. Готово! У собранной модели вращаются колеса. При желании игрушку можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети LemmaToys. Пока-пока!